Сначала очистить, потом разровнять. Работа кипит. Круг за кругом баранку готовят к зимнему сезону. Опробовать лед я решила на собственном примере. Оказалось, не рыхлый, без трещин, ничуть не уступает заливному. Снегоуборочная машина еще ездит на льду, но несмотря на это, прокат коньков уже открыт, а дети и взрослые радуются зимней забаве. Каток на баранке вновь становится центром притяжения даже в сильный мороз. Коньки любых размеров – хоккейные и фигурные для взрослых и детей. Всего около 150 пар. Есть и помощники для юных спортсменов – пингвины. Уберегут от падений и научат уверенно стоять на льду. Открыт прокат с 11 до 20 в будни, с 10 до 9 вечера в выходные. Самых отважных даже 15-градусный мороз не напугал. У нас уже человек может 30 пришло на сегодняшний день, несмотря на холодную погоду. И катается с радостью, с удовольствием. Сейчас его лучше стали чистить, он более ровный стал, чем в прошлом году. Здесь более атмосферно стало, красиво, вот, по-новогоднему. Ну, я пришла и сразу узнала, что люди катаются, им прекрасно. Ну, я решила покататься тут тоже. Ощущения, прекрасная погода, люблю мороз, люблю каток, классно покатались, очень здорово. С осторожностью и с пингвином 8-летний Иван делает на льду первые шаги. Так совпало, что еще и в свой день рождения. Для семьи Самковых кататься на баранке стало уже традицией. Несколько дней следили за подготовкой льда. В субботу увидели, что он готов, и сразу же достали коньки. Ожидаю очень хорошую катку в этом году. Лед, 5 из 5 баллов. Вот, и лучше, чем был в прошлом году, значительно. Но не только каток украсил центральную площадь города. Уже сверкает яркая новогодняя иллюминация и наряжена елка. Все в ожидании праздника. Олеся Лукина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».